дело не только затягивается, но и вообще принимает довольно скандальный уже оборот, потому что сейчас мы уже не обсуждаем, была ли клевета со стороны Олега Орлова или нет, по поводу, так сказать, высказываний, что Кадыров несет ответственность за гибель Натальи Эстемировой, а позиция гособвинения и позиция Кадырова и его представителя заключается в том, чтобы как можно больше очернить память о Наталье Эстемировой, показать, что она не приносила пользу, я мягко выражаюсь, народу Чечни, что все ее дела это был как минимум просто пиар и, так сказать, бесполезные действия. И сейчас вот будет допрошен мэр Грозного Кучиев и пресс-секретарь Кадырова, которые, очевидно, в своих показаниях будут говорить о том, что Наталья Эстемирова, так сказать, не приносила никакой пользы и как человек была, так мягко скажем, сомнительная. Вот эта позиция, так сказать, представителя Кадырова, она каким-то образом поддерживается представителем государства обвинения. И сейчас уже речь идет о том, была ли Наталья Эстемирова хорошим человеком. Вот до чего договорились представители государственного обвинения и их, так сказать, пособники, я бы так сказал. И все это кажется довольно большим кощунством и лицемерием на фоне, в общем-то, безвинной, убиенной женщины, которая, я считаю, была гордостью России, российского народа, чеченского народа. Такая ситуация сейчас, на данный момент.